выиграли бой, но проиграли войну. Новосибирские волейболисты потеряли шанс выйти в финал 4 Лиги чемпионов, даже одержав победу над командой из итальянского Перуджи. В ответной игре в серии новосибирцы на своей площадке позволили гостям выиграть критическое число партий. Однако нашли силы подарить болельщикам красивую борьбу. За матчем следила Вероника Иванова. В спорткомплексе «Север» аншлаг даже на балконе. Вторая в серии встреча новосибирского «Локомотива» и итальянской «Перуджи». После поражения в Италии шансов на борьбу в Лиге чемпионов у «Лока» намного меньше. Градус напряжения на трибунах как никогда высок, ведь на кону возможность новосибирского «Локомотива» сыграть с хозяином финала 4 Лиги чемпионов казанским «Зенитом». Для выхода в финал 4 «Локомотиву» достаточно либо счета 3-0, либо счет 3-1 и победы в дополнительном золотом сете. Болельщики активно сегодня себя ведут. Приятно на таких играх бывать, когда такая поддержка зала. Прямо вот все заряжено этой энергией. Первый сет и план выиграть в сухую не удался. Надежда теперь на счет 3-1 и золотую партию. И во втором сете, кажется, есть все шансы. Мы потеряли возможность победить во втором сете, так как опережали в счете на 3-4 очка и в итоге расслабились и потеряли концентрацию. А потом еще и подача Куркаева. И противостояние опять стало очень жестким. Среди гостей звезды не только итальянского, но и мирового волейбола. Например, серебряный призер Олимпиады в Рио Иван Зайцев. Противостоять сложно, неудачные доигровки и сильная итальянская подача. И третий сет снова в пользу гостей. А это значит, что и интрига моментально рассеивается, ведь в финал 4 лучших команд «Лока» не попадает. Мы не опустили руки и продолжали играть, и играли на победу, ведь многие не знают, что нужно было там 3 очка взять. Люди пришли посмотреть на красивый волейбол, и приятно то, что мы обыграли Перуджи. Задачу итальянцы выполнили и обороты свои сбавили. В ответ в четвертом сете и укороченной финальной партии «Лока» впереди. Этого ждали и болельщики, и тренер, но с этим раньше. Ребята бились и проиграли, но бились. Вот в это есть и разница, и это есть позитив на сегодняшний день. Потому что и в жизни, и в спорте надо знать, как падать, как проигрывать. С хозяевами финала Лиги чемпионов сразятся теперь итальянцы. Какой волейбольный клуб Европы сильнее, станет известно 12-13 мая. Ясно одно – это не «Локомотив». Вероника Иванова, Олег Мощевитин, «Новосибирские новости». Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!